Всем добрый день. Добрый, непростой понедельник. В эфире Радио Секта, и сегодня мы обсуждаем, а логично ли или алогично вставлять напрямую в дыру. Под дырой я подразумеваю пульт или аудиоинтерфейс. А нужно ли вставлять гитару? Можно ли ее вставлять напрямую, записывая директ-сигнал и оставлять его таким? Можно ли даже пропускать его через примочку и записывать вот этот вот сигнал дисторшена, не посланный в усилитель кабинет и не снятый микрофоном, и не наложенный впоследствии никаких эффектов эмулирующих? Я имею в виду, а имеет ли место в этой судьбинушке звук директа напрямую в дыру, директ ту борт? Не скрою, и моя тень вот этим большим пальцем, видите, как я? Не скрою, и сзади мне подсказывает, что Джимми Пейдж, Джимми Хендрикс, Джимми Раквай, все эти люди и многие тысячи других миллионов использовали этот прием записи в борт, в директ, с примочки, просто с примочки. Когда все варианты перебирались в студии и ни один из звуков не подходил, тогда они оставили директ для того, чтобы ощутить вот это вот дуновение. В такие минуты наверняка ребята думали о том, что хотят сырой звук, звук настоящности, без всякого там сглаживания. Такой вхлебало, звук вхлебало. На этом объективе у меня чертовски длинные пальцы, вам не кажется? Маленькая, большая. Смешно. Так вот, о чем я? Давид Гилмур, Джефф Бекинг, многие ребята этим занимаются, поэтому это как художественная краска, нет предела фантазии. Кто во что горазд, тот в то и натюрморт. У нас у художников такое правило. Поэтому без лишних слов, сначала давайте я поиграю на чистом звуке, конечно же, положив туда кое-какой эффект компрессора и хоруса, потому что покачину. После этого я прибавлю как следует входной гейн для того, чтобы продемонстрировать сатурацию, насыщение, что из этого можно поиметь хороший звук. И потом я украл на одном YouTube-канале запись, которую тот чувак, в свою очередь, украл на другом YouTube-канале. А дважды ворованное, как говорится, уже социальное, демократическое, народодоступное. Поэтому, в общем-то, и не будем считать это воровством, а просто я поиграю под бакинг-трак в стиле Ивана Мейера. Там так и было написано. Ну, поиграю, вы сделаете выводы, и потом, как обычно, резко-резко видео оборвется. И это так прекрасно, потому что вся эта мораль губит желание попробовать самому что-нибудь сделать. Если вы знаете наверняка какие-то песни из народного достояния, где была использована Direct-to-Board Sound, то скидывайте в комментариях. Лишь отмечу со звездочкой, что мой друг Керри Фокин Кинг всегда на концертах и в студии чистый звук записывает напрямую в линию. Таков его стиль характера лысой головы. Чистый звук через дибокс идет напрямую в борт. А все остальное, как говорится, по-керри-кинговски. Вот такой вот интересный подход существует. Thank you.
Thank you.